Привет всем! Вот делаю небольшое видео. 500 подписчиков имеется. Спасибо вам, что вы у меня есть. Вот 101 904 просмотра. И 176 видео. Уже какие-то цифры имеются круглые. Особенно радует подписчики, количество подписчиков. Ну и просмотры тоже, потому что не все подписываются, кто смотрит. У меня есть много мастер-классов, поэтому смотрят вот их. Особенно большой просмотр у меня по шитью, по вышивке. Вот, поменьше там, где мои гуляния по Киеву, что-то семейное, там немного. Вот. И, значит, еще хочу сказать, у меня проблема с YouTube. На планшете. Ноутбук я включаю очень редко. Только тогда, когда загружаю видео, обрабатываю их. Вот. А так, мне достаточно планшета. Я могла отвечать там, просматривать у других. Я не только свои видео, а во многих блогеров подписана. И активно смотрю их. И комментирую. Вот, отзывы пишу, но последнее время на планшете у меня проблема. Я не вижу комментариев и не могу ответить, ну, написать комментарии не только на чужие видео, на чьи-то, но и на свои. И своих видео я не вижу комментарии. Мне вот на Google Plus, вот Google Plus мой, приходят сообщения. Вот здесь сейчас нету. Вот, прочитанные. Вот сейчас они загрузятся. Вот здесь их очень много. Вот, комментариев. И я их вижу, что пришел мне комментарий на мои видео или на другие. Но когда я перехожу на YouTube, видео я могу смотреть любое, свое, не свое. А вот написать комментарий или ответить я не могу. Вот я не знаю почему, но YouTube заблокировал. Я уже обновление удалила на планшете YouTube. Потому что постоянно приложения обновляются. Заново обновила. Ничего не изменилось. Я никаких настроек не меняла. Но вот такая проблема у меня возникла. Поэтому, если я сразу не отвечаю, не обижайтесь. Я, когда там собирается несколько комментариев, я включаю тогда ноутбук и начинаю отвечать. На ноутбуке у меня никаких проблем нету. Я могу на все комментарии ответить, сама могу написать комментарии. Да, и у кого я подписана, тоже я ставлю лайки, но написать не могу, поэтому если я поставила лайк, значит, это почти я комментарий написала, девочки. Вот так вот у меня получается. Ну, вот так и все, кажись, я сказала. Поздравляю нас с такой цифрой кругленькой. Вот так приятно на нее смотреть. Вот 500. Скоро нас будет больше. Вот. До новых встреч, до новых видео. Я очень рада вас у себя на канале принимать в гостях. Рада общению. Все подписчики у меня очень милые. У меня все комментарии положительные, добрые. Спасибо вам огромное за это.
Я очень рада им, я очень рада вам у себя на канале. Так что заходите. Может быть, не всем интересно, но у меня такой вот специфический мой канал, вот такой, как я его вижу, как я его делаю. Он будет, возможно, изменяться. Я не знаю, пока что он такой. Вот в таком духе я пока буду продолжать, а там будет видно. Ну, пока-пока!